Друзья, беда, случившаяся 8 января, сожгла наш корм. Животные остались без корма. Мы вынуждены были взять в долг следующую партию. Именно поэтому на сегодняшний день у нас такой огромный долг. Ребята, дилер пошел к нам навстречу, Андрей Воронин. Он нам помог. Редко кто рискнет дать миллион в долг приюту, который и переезжает, и строится, и едва выживает. Я очень благодарна Андрею Воронину за то, что он нам помог. Но он тоже не всесилен. Миллион – огромная сумма. И я прошу вас, друзья, помогите нам погасить долг и выжить. Пожалуйста. Мир такой огромный, а наш приют такой крошечный. Прошу вас, ребята, если все вместе, хоть по 100 рублей, мы выживем. Прошу вас, друзья, прошу. И если бы могла, стала бы перед вами на колени. Помогите, пожалуйста. Друзья, опять к вам обращается лохматая душа. Что вам сказать? На пепелище выросли новые вольеры. Появились новые переселенцы. Приехала Кимба, приехал Сэм. Приехал Бонни, приехала Арти. Приехала Римла, наша одноглазая. Они приехали с надеждой, что здесь им будет лучше. И я очень надеюсь на то, что им действительно здесь будет лучше. Но, ребята, нам очень тяжело. На фонде у нас нет всего 22 рубля. У нас полностью почему-то остановилась помощь на реквизиты фонда. Друзья, без вас собаки не выживут. Сейчас в России меняется кое-что, принимаются законы, а души у нас по-прежнему остаются как в тумане. Пожалуйста, друзья, включите фонарик души, зажгите свет, наполнитесь теплом и приходите к нам, помогите нам. Нам очень, очень, очень нужна ваша помощь. Им нужна.
Ну давайте совершим в этом мире хоть что-то доброе. Друзья, я прошу вас. Если честно, вообще не знаю, я в жуткой депрессии сейчас сижу. Просто в жуткой депрессии. Нет. Надо хоть 500 000 отдать за корм, который мы уже доедаем. Корма осталось на 2-3 дня. А денег нет. И, знаешь, вот легче, наверное, усыпить всех собак. И себе тот же самый укол сделать и сдохнуть рядом с ними. Просто люди меня не слышат. Никто не слышит. 10 человек рвутся из кожи, помогают. А остальные никто не слышит меня. Никто. И как дальше жить? Я не знаю. Я вот сегодня, я не знаю, как дальше жить. Сегодня я не знаю, как дальше жить. Не знаю.